OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. От хочеться ну, все бросити і почати заново. Да? Просто ми маємо діло з людьми, у которых такое настроение появляется каждые 2 часа. Как с ними можно о чем-то договориться? Ну вот я просто на примере уже всего того, что мы пережили, начиная от Минска, Парижа, Стамбула и так далее, я вот вообще эту идею, как можно с этими, я не говорю, я не против переговоров, в любых форматах, но просто я за то, чтобы в переговорах принимали участие люди, которые способны реализовать достигнутые договоренности. В противном случае нет вообще смысла вести переговоры. Даже нет смысла о чем-то договариваться. Даже если вы о чем-то договоритесь, нет смысла, потому что это все не будет реализовано. Зачем тогда это все? Вот к чему эти все, так сказать, телодвижения? К чему они могут привести? Ни к чему. Только к тому, чтобы кто-то взял опять очередную паузу, опять перевооружился, опять люди шли на войну, опять умирали и так далее. То есть это не приведет ни к какому миру. Я в этом абсолютно убежден. Ну вот просто с ними невозможно договориться. Я надеюсь на что? Я надеюсь на то, что все-таки заявка американцев о том, что выборы нужно проводить, это связано не столько же там, как сейчас вот пытаются объяснить, что, дескать, американцы просто хотят в очередной раз, ну, скажем так, продлить мандат Зеленского, чтобы он был как бы легитимным президентом. Правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Почему в крупнейшей нефтедобывающей стране возник дефицит бензина? Связано ли это с войной в Украине? Об этом, а также о перспективах российской экономики, мы поговорим с экономистом Максимом Мироновым. Максим, скажите, пожалуйста, почему в России возник дефицит топлива? Его продают массово, чтобы заработать валюту, или, например, массово употребляют танки в Украине? На самом деле, в рыночной экономике, в принципе, не может быть дефицита, особенно в долгосрочной перспективе. Дефицит возникает, когда вы искусственно ограничиваете цены. Так как народ в России сильно обеднел, то это такая политическая мера. Не давать сильно увеличивать цены на бензин. Но как мы видим, доллар там год назад был 50 рублей, сейчас 100 рублей. Естественно, что относительная привлекательность экспортных поставок, даже включая всякие там обходные каналы, все резко выросло. Естественно, компаниям невыгодно продолжать по низким ценам в рублях, поэтому, в общем, ну, дефицит. Все очень просто. Также сегодня появилась информация о том, что на целый перечень товаров Россия вводит экспортную пошлину, которая будет действовать с 1 октября до конца этого года. Не сообщается, однако, пока я не встречал информации, что это будут за товары, но, видимо, насколько я понимаю, натура этих ограничений такая же. Они стали очень дешевыми из-за падения российского рубля, и их выгоднее продавать за границу. Ну, я думаю, что действительно скоро относительно выборы президента, ну, условно выборы в 2024 году, и я думаю, что Путин хочет как-то вот какие-то ключевые товары, там тот же бензин, там еще какие-то другие товары, чтобы народ не видел большой рост цен на них. И да, я думаю, что будут административные меры, чтобы там ограничения на экспорт, прежде всего, чтобы внутренние цены не росли. То есть это просто, я думаю, уже Путин заботится о выборах марта 2024 года. Российские пенсионеры, которые проживают за рубежом, остались без пенсии. Об этом пишет издание РБК. Банки не хотят иметь дело с российскими деньгами и просто блокируют счета. Сейчас одна из крупнейших стран по числу российских пенсионеров – это Израиль. Там проживает более 52 тысяч российских пенсионеров, большинство из которых получают свою российскую пенсию по месту жительства. Российско-израильское соглашение определяет, что выплаты российским пенсионерам переводятся в Израиль в долларах США. Пенсионный фонд России отправляет деньги, но средства оказываются недоступны. После этого пенсионный фонд прекращает переводы. Теперь источники РБК предлагают россиянам ехать за своими деньгами в Россию. С задержкой выплат пенсии столкнулись и российские пенсионеры в Латвии. Рига сообщает, что не получила денег из Москвы. В понедельник, 18 сентября, Министерство благосостояния Латвии заявило, что выплаты за третий квартал этого года задерживаются. Именно это ведомство переводит выплаты пенсионерам, гражданам России. Москва же утверждает, что средства перевела. Латвийские власти разводят руками и предполагают, что трудности перевода связаны с санкциями против Москвы.
А Египет тем временем отказался от покупки российской пшеницы из-за высокой ее цены. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Теперь почти 500 000 тонн зерна поступит в Каир от французских и болгарских фермеров. Каир решил отказаться от закупки почти 500 000 тонн российской пшеницы, так как не смог договориться с Москвой о приемлемой цене зерна. Власти Египта рассчитывали отдать за зерно по $270 за тонну, с учетом того, что Каир сам будет забирать зерно со складов. Однако Россия установила неофициальный уровень цен на сельхозпродукцию, который в итоге превышает сумму, приемлемую для Египта. Официально Кремль не признает ценовых ограничений. Кроме того, Reuters пишет, что Египет также ведет переговоры с банком в Арабских Эмиратах о кредитной линии для финансирования закупок пшеницы в Казахстане. Власти Болгарии выслали из страны настоятеля подворья Русской Православной Церкви в Софии, архимандрита Вассиана, а также двух служителей храма Святого Николая, который находится в ведении РПЦ. Об этом заявило российское посольство Болгарии. Причина выдворения священнослужителей – угроза национальной безопасности. По словам посла России Элеоноры Митрофановой, священники должны покинуть Болгарию в течение суток. После объявления персонами нон грата, Вассиана и двух священников, как уточнила Митрофанова, посадили в автозак и повезли по домам, чтобы они могли собрать свои вещи. После священников отвезут на границу с Сербией. По мнению посла России, действия болгарских властей направлены на разрыв культурных и гуманитарных связей между Россией и Болгарией. В свою очередь, Государственное агентство национальной безопасности Болгарии сообщило о выдворении из страны гражданина России, а также двух граждан Беларуси. Им запрещен въезд в страну на 5 лет за работу по распространению российского влияния в Болгарии и попытку оказать влияние на общественно-политическую обстановку в Болгарии. Глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин поставляет гречку. Гречку поставляет в Америку и Канаду через компанию Агроальянс, которая переписана на его родственников. Главный разведчик страны поставляет гречку. Как вам, нормально? Россия — это единственная страна в мире, в которой разведслужба поставляет не разведданные, а гречку. Ждем появления первой партии танков «Абрамс», которую американцы, как оказалось, доставили на Украину еще в субботу, то есть раньше запланированного срока. Правда, сколько танков пришло, никто не говорит. Ранее глава Пентагона Остин говорил о 31 машине, но, судя по всему, их будет больше. Белый дом и Пентагон изучают возможность отправки Украине еще 30 дополнительных танков М1 «Абрамс», сообщает издание «Мессенджер».